Да, все правильно. Микстурка, если тебе танчить не будешь, то можешь зайти на мага. Ну, мне давай на второго босса, мне шлем нужен. Я туда на Да. декана попробую. Сейчас подумаем. Пока что нет, это не критично. Думаю. Но потом зайдешь, маг как бы нужен. Или не зайдешь. Окей. Да, но мне без разницы. Сейчас подумаю. Не, Скажите на мага, то зайду на мага. в принципе, это не важно. Подождите, я вон турбо нашел. Где ты его нашел? Так и царь вот Тут у заходит. нас царь. Сейчас, Турбо. значит, Ну, пусть возьмем. сидит на профов. Нам эрдру нужно. Надо их Ты бы лучше брать. сейчас поменял класс на эти. Кого поменял? Классная, мы не знаем, как она играет. А Я отлично сразу играю. брать на хэм Она отлично играет. Хорош. У меня закрыто. Ставьте ее, у него голос потрясающий, чего. Ну-ка, тихо. Меня уже встал. У меня нормальный. Ну-ка. Он потрясающий. Бля, я сейчас замутаю тебя. Тебя у кого там встал. Сейчас у меня встанет, блядь, на вас. Смотрим, как человек играет. Она говорит хорошо, значит хорошо. Мосте пати, не? Здравствуйте всем. Здравствуйте. Мосса вас игнорирует. Значит, сумоньте Never Sleep, чек на АФК. Начинайте бить трэш. Да, еще, пожалуйста. Раскидай нахуй попать. А что ты хочешь? Ну да, пораскидать их нахуй попать. Кого? Да чего тебе там? Балаки. Да, побежали. Турбо будет через 5 будет. Минут. Вот турбо подождем. А вот лоу, куда вы подбежали? Здорово всем. Здорово. Привет. Заходи в ЦЛК. Бля, ну хилов-то нету, куда вы идете, но. Что там, я вам сильно нужен, башка у меня раскалывается, пиздец. Ну вот смотри, если ты сейчас не пойдешь с нуля, то ты потом сможешь зайти попозже к профу, к Синдре. Да там. Я сейчас целый день, ну, до вечера. Пейте трэш, пожалуйста. Просто башка болит сейчас, это лишнее. Не, ну я про это и говорю. Где, что... где можно Гони таблеток без меня, давай. И чая сладкого поможет, у меня тоже башка болит. Я уже два пенталгина с утра въебал, у меня с утра болит, не знаю, я метеозависимый, пиздец. Вот, и уже анальгин въебал, и все равно болит. Башка. Запей, а говорю, чаем сладким, сладким горячим чаем и цитрамон. Поможет 100%. Я уже диетик въебал. Ладно, короче, по возможности. Смотри, если нужен, давай я пойду. Не, ты сейчас иди. Нет... Да, сейчас иди, отдыхай, выпей там таблетку, чтобы голова прошла. Там через час-два, ну через 2 часа подходи, что мы там будем бить профа Синдру, нужен будет этот помощь. Да, окей, давай я это в музыке буду сидеть, пока есть что там перекинь. Ну куда ты дальше агришь? Уса! Уса! Да, что происходит нахуй? Так, да что происходит? Сейчас пиздюлей раздам, пока я не выстрелил нахуй. Всем, блядь, и все будет заебись. Надо еще человек 5 набрать, таких как Галя, и тогда мы начнем убивать все пока. Будем Келля убивать и Вайш. А, о, надо это убрать, во. Теперь можно бить. Всем привет. Привет. Здоров. Здоров. Нет, этот ДК мимо. Ну сейчас будет турбо, оставим вместо турбо, он через 5 минут будет. Вот, смотри, до профа и этого мы можем пойти, все боссы изи, можем пойти там другим составом, а потом просто меняться будет. Я предпочитаю, чтобы люди шли с нуля, ну царь это исключение, потому что у него голова болит. Чтобы с нуля шли с сильным составом. Ты хочешь потом, чтобы мы закрывали там эти же, как их? Келев, Шмелев, от Котла взять. Третья категория, он с нами ходит. Но ему, видать, и отсюда шможешь нужен.
Ну, как бы я на это смотрю. Это РЛ, ты решишь? Сейчас турбо спросим. Так, Хусли, Максим, Холли. Я его не видел ни разу. Где-то в обычке в какой-то он был или в виклике. Он там ЕП есть. Хусли, ты в Дисе? Я понимаю, что был в РС, не помню, где-то был, да. Но... Мне похуй, я могу уступить, если что. Так, погоди, мы... Давай, знаешь, как сделаем? Давай мы... Турбо пускай придет на замене, от вас тоже на замене. Хусли я беру, он это хилит, а ты дамажишь. То есть ты это. Блять, я только спек дал. Ну ладно, похуй. Это будет профитнее, ты пока хитрешь. Это будет профитнее по ДПСу. Кто на станках? Сомлийский винар. Угу. То есть ты хочешь оставить миликов без 20% хосты, блять? Так, шаман ставить будет раздавака. Тогда сейчас я все ваши проблемы решу. Микстурка, спекаешься в танка после трэша, соблизки в ретрика. Микстурка уже в танке. Вот, значит, есть у вас хоста. Вот и все. Мама. Так, прикольно. Есть хоста от меня. Лок у нас демон. Отцовской пиздюлиной по лбу. Вот так лучше не агрить. Это хост? Плащ с кораблей кому-то надо на ловкость? Конечно. Всем. Кому всем? Я на балах хочу за эти забрать. Я на балах. Мастер, нахуя тебе ловкость, блять, и скорость, если ты можешь забрать опыт? Он меня фурик. Ты все-таки решил фурика обратно? Я сейчас фурик. Боешка на базу. Да ты ж ругался, что, блять, в пизду. Шеем в пизду, Т5 ваш в пизду. А они каждый раз его ломают, учинят, блядь, то ломают, учинят, нахуй. Заебали, сука. Все в дизыш. Да, я даже глянул. Начинается этот, помолчали. Начиная с этого КД у нас полностью все инсты по ЕПГТ. Т5 по одной шмотке можете забирать, как бы, без разницы. Нету такого, что две шмотки одного человека. То есть словил одну шмотку, получил вторую. Все по ИПГП. Трини также. Есть топовые пухи с тринями от 15к ИП, если в этот вас позволяет. И вот, также забирает. Без разницы, какая трини. На какой персонаж? Ну, соответственно, ни хила, трини, блять, никто не будет отдавать танку и тому подобное. Сколько давать? По две длина. Погоди, дай это взять. Так, Never Sleep кто? Хил? На, припод. Да.
Какие Алиса нахуй дачные фоски? А что? Танковские фоски берешь? Зачем? Пусть ДД берет. ХП у него дохуя. Так, Вазастик это кто? ДД. Обмен на фаски, ДД. Череп, что раздает? Хоста. А сапроты не пьете? Никаких сапротов, да. Здесь не нужны сапроты. Где нужны сапроты, вам выдадут. Дичку. Дикой магии, пожалуйста. Это просто говорил? Да. Все, больше не надо это в классик. Хоста дикой. Хаст. Но никому так никому на. Чё мне надо? Я ничего не бафу? Твей бафник? Окей, если ты в ретрике, пожалуйста. Потому что я раздам каски, мало ли там. Буду каски разрывать. Право стоит. Демон у нас лоб есть? Или это не демон? Демон, спекайся, разум. Казум, спекайся в демона. А ты этот, шпшников раскидывал, чтобы они хилили рейд? Что-то на них. Он даже Джайна убил. Да. Смотри. Еще раз, он Эвинар написал, у нее хоста есть, а ап дает шаман. Как хотите, могу в танке, могу в ДД. Ну, Алиса, Фрост нахуй не адекватный. Сейчас 5 секунд. Ну хоть никто не будет в рейде ныть, чтобы ему дали МК на хоть что-то радует.
Полипал, возьми ауру сосредоточения, пожалуйста. ДПС до хрена. Это мало. Нету. На всех. Да. Да. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. РДД, все череп бейте. А что, не за 10%? Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. РДД слева моба, помощника бьем. Милики не походим. Милики справа мобов бейте. Нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Отходите с края, я помощник отключен. РДД в череп. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Надешлите смс-поведомление, а даже телефон это будет скопильнейше. Привет, блядь. Ваш абонент ёбнулся от цены. РДД в крест. Ну тут ребята опять медлятся подряд.
Ну, куда вы на пул меня даете? Морфиса не надо, он меня бьет. Я в контроле. Кто-то АОЕ бьет. Меня шабьют.
дух мили. Нет, Фюри. Керу дайте. Дайте им. Чё, дух за мной. Паролу? Да. Алло. Что там, Вась? Моя жена. Ну, полчаса лишний. Сейчас. Ты, блин. Плечи тканевые. Должен за 15 минут до РТ. А что, ты осколка не видишь? Есть осколок. Да. Мы же в инсте стояли за бафом. Сейчас я обратно спущу. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту усмирителя Небесного. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота усмирителя, занять позицию. Кстати, понравился. Так себе. Лифта жду, бой висит, нахуй. Сейчас, блядь, лифт жду.
плаща нету, был бы плащ, давно бы прыгнул. Быстрее моба убейте там. Выход. Нет. Блять, не вижу тебя. О. Мне в ДД. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Торпеду делать нечего! Пиздец, чуть не упал. Пушки.
Карнавал. Надо уже все. Угу. У меня бабочки бы сделал. Так на ере у меня. Вообще его создавал это название конченый упоротый наркоман, который не знает, блять, ни падежей, нихуя. Nothing is impossible, вообще-то. Ебать, нам бы сначала Синдру убить. Найс. Шо, он ему на английском расскажет, как надо сливаться или чем? Ой, я чуть не... Синдра легче трофа, anyway. Не знаю, блять, тут нету тяжелых боссов. А Сурфанг легче ребра. Сурфанг самый сложный босс вообще. Синдрагоса легче Сурфанга, что вы знаете о этой игре, на? Кабанчик по тогре, изи, блять. Ну как всегда, в принципе, блять. Я даже другого не ожидал, блять. Ебучие осколки, нахуй. Топ, сука. Хуй топ, нахуй. Уже у нас хилые танки за 10% не идут, да? Давай я в танка и поехали. Ну я в анхолике буду танчить, какая разница? Ты ДПС даже больше, чем Смолийский. Как ты узнал, что она дрочит? Будьте начеку, лет только что. Не соединись ко мне. Она вообще-то фукашила после. А не перед. Этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Выруби звук и выруби еще раз, да. Без контрол-эс. Это Хосли, чучухает. Чухай. Не понял, за что. За то, что ты говоришь тут. Я врубил плакальщик Сильваны. Как говорится, покинуть группу.
жалкий старик. Ну что ж, герои? Согласна. Хотите узнать, сколь могущественно проявляет королевича? Геру. Заебали эти проки на хвосту, да? Плюс. Сколько истерии, если нет? Я же говорил человека, он багнулся. Сколько я там дал? 13-ка есть? 11. Просто жесть. Ебать, зарпы упали, нихуя. Правда, я их не заберу. Погоди, 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 если шаман... Отдай хилу. Валька. А пан весь бой нахуй этот, ФК шел, да? Мосс. Да, у него основной ход.
Я слетаю, это щит за транжу по фазу. Ну, войт не всех делаю. У меня глаз рябит прям. Кастаны вас не учили давать, заебись. У меня стоял душу. Так было D6 у меня. Кто, блядь, снял нахуй? Я тебе еще раз говорю, вот, блядь, баг был, целка, нахуя ты тогда просто не ебу. Хуяски, блядь. Хуя мамна. Охуенно, я тебя отвечаю, да? Я там посчитал бонусы на демона Т5 и немного подохуел. Если все так как расписано, то это имба. Так демона один из самых сильных. Ну, Т5 самый сильный. Спел станк, пожалуйста. Баш, Эдер, 13к. Т5, блядь. Да, там тренинг не очень хороший. Это не я писал. Мистур, я тебя даже галка передамажил. Бывает. Да. Нам на профа нужен турбо, нахуй, и царь обезьян. Этот как его воет, лутай весь трэш. Ну а да, тебе лутят, чё там, блядь? Аху любой. А мы тут уже, блядь, эти, ну, стервятники все облутали. Убили две валики, на тут прибыл. Текстуры.
Кроки на. Ну, блядь. Где моя чешка, на? Где мой зов? В магазине. Что, пойдешь купить? Ты с пальчиком поднялся. Чем тебе коготь не угодил, охуенный прок на фурик. Рэй, расскажи тебе прикол. Это не прок. Это прожимка. Чем тебе хуёво прожимать её вместе со своей расой? Потому что мне приходит. Это, блядь, карманный БЛ. Это по... полтора, блядь, БЛа на. Понимаешь, сколько под БЛом? Минут. Ебать, изи. У нас босса больше трех минут не бывает. Ну. Вары бы еще расколы стакали, вообще бы не было, блядь, этого. Сумон, простю. Ой, ну хил, ДЦ. Меня подождете или нет? Сосун, косун. Я ж это отходил, говорил же, по хате отвлекает. Бегу. Под боссом? Угу.
Бот решил прогуляться. Терпи. Ты дал? Я чешку дал. Не будет взрыва. Да. Да. Медвейс, срака, блядь. День РТД. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Шасунг. Лутера нахуй. Да.
Молодцы. Ну, босс согрелся на Шреддера. По идее. Да мне кто стрейт кинул, я нажал отмена, и он... Охуенно вы стакали, бля. Я хотела к Сфоре подойти, но чё-то слишком близко. Ты мне войти пизди, блин. Не стойте в центре под боссом, встаньте левая или правая нога. Иначе вы так и будете ловить. Читаю уже. Я сразу нажал. Я просто сказал уже под конец каста. Я бы со спорами сбегаю сейчас. Не будет. Не будет. Кира, будем давать? 2 миллиона? Да. Ох, за этих долбоёбов, нахуй, столько, блядь, никогда пельменей не ловил. Вот, дикую землю, лопасос, ты будешь забирать или нет? А, далекая земля. Погоди. Да, нет. Скинь пока на меня. Заберу он дизенчант за ноль.
Пошли сразу на профту или нет? Да.